Дуа разделяется на два вида. Дуа как поклонение, обращенное к кому-то помимо Аллаха, является большим ширком многобожием, как действие того, кто молился, постился или совершал хадж не ради Аллаха. А как просьба, в свою очередь, также разделяется на два вида. Если это просьба о том, на что не способен никто, кроме Аллаха, такое является большим многобожьим ширком, как если попросил ребенка у дела или дождя. Второе, с просьбой о том, на что способен кто-то из творения Аллаха, дозволено при четырех условиях. Если он живой, присутствующий, способный на это, и ты убежден, что он является лишь причиной.